Станция метро Чина-Чита. Сегодня наша прогулка будет по главной киностудии Рима Чина-Чита. Добраться до студии очень просто, ведь она находится рядом с одноименной станцией метро А Чина-Чита. И заблудиться невозможно. Вышел из метро, и ты уже у входа в киностудию. Билет стоит 15 евро. В цену билета входят услуги гида. Экскурсии проводят на английском языке 2 раза в день и итальянском. Даже если будет вас 2 человека, вам все равно проведут экскурсию. Я выбрала удобное для себя время, чтобы познакомиться с павильонами легендарной киностудии. И это было послеобеденное время, 3 часа дня. В это время все итальянцы на сиесте, пообедав лениво сидят на балконе, спят или просто отдыхают. Вообще сиеста – это святое время для итальянцев. Многие магазины закрываются с 13 до 16. В это время не принято звонить, приходить в гости, будить кого-то, в общем, отрывать итальянца от послеобеденного отдыха. Ну а для меня, рожденной в России, это время активной жизни. И вот я здесь, в итальянской группе с туристами, которые приехали с севера Италии. Тут тоже можно развить тему, чем отличаются итальянцы с севера, с центра и юга Италии. Но коль мы будем говорить сегодня о кино, то приведу пример из одного фильма, состоящего из 2 частей – «Добро пожаловать на юг» и «Добро пожаловать на север». Когда начальника почтового отделения, живущего на севере Италии, за провинность переводят в небольшой городок в регион Кампания, который находится на юге Италии, это для жителя Северной Италии эквивалентно настоящему кошмару. Если не смотрели этот фильм, я советую посмотреть, чтобы понять, чем отличаются жители Северной Италии от Южной Италии. В нашем случае северяне не остались в гостинице на сиесте, а приехали познакомиться с киностудией Рима. Киностудия Чина-Чита была построена и открыта при Бенито Муссолини в 1937 году и построили ее всего за 13 месяцев под лозунгом «Кино – самое мощное оружие». До 1943 года на студии было снято около 300 фильмов. Во время Второй мировой войны студии были подвергнуты бомбардировкам. После войны здесь жили беженцы и шли параллельно восстановительные работы студии. А в 50-х годах студия Чина-Чита была уже названа Голливудом на Тибре, потому что это было местом съемок нескольких крупных американских фильмов, таких как «Босоногая графиня», «Победить дьявола» и «Римские каникулы». Все декорации созданы из полистирола, а по виду и не скажешь, правда? Зато если по этим стенам постучать, все сомнения сразу исчезнут. В декорациях можно рассмотреть античный Рим, средневековый Рим. Здесь находится целый микс. И даже сделали Аппиеву дорогу. А потом дальше будет и Иерусалим, и Флоренция эпохи Возрождения. На протяжении всей экскурсии нам показывали фотографии тех фильмов, которые были сняты здесь. А сейчас давайте подойдем к Аппиевой дороге. На этой же киностудии были сняты такие популярные фильмы, как «Клеопатра», «Ромео и Джульетта», «Казанова Федерико Феллини», «Травиата». А это Пантеон, храм всех богов.
Находясь на территории Чина-Чита, чувствуется особая атмосфера. Здесь рождались не только шедевры, но и вспыхивали романы. Именно здесь, в павильонах Чина-Чита, начался один из самых бурных романов 20 века между Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном. Они впервые увидели друг друга на съемках «Клеопатры». Уже потом, спустя много лет, Тейлор призналась: «С первого взгляда в Риме мы всегда были безумно и сильно влюблены друг в друга». Элизабет Тейлор была замужем 8 раз, но из них 2 за Ричардом Бартоном. Мы уже с вами ходили по Аппиевой дороге, а теперь давайте еще на киностудии пройдем. В 80-х годах киностудия была на грани банкротства. Руководители киностудии стали сдавать в аренду земли. Если в начале территория киностудии была огромная, то в наши дни она уменьшилась вдвое. Сейчас на бывшей территории Чина-Чита находится торговый центр, который называется Чина-Чита-Дуэ. Потом я туда загляну. В 91 году на территории киностудии Чина-Чита прошел конкурс Евровидения. Кстати, запись этого Евровидения есть на YouTube. Можете посмотреть. А здесь на декорациях даже фрески попытались повторить. Триумфальная арка императора Тита. Фонтанчики. Разнообразные реквизиты. В 2000-х годах на территории этой киностудии уже почти не снимали фильмы, потому что киноиндустрия создала еще другие киностудии в Риме. Потом в 2007 году пожар уничтожил историческую часть, где находились декорации к фильму «Рим». Потом еще пожар, который повредил студию, где Феллини снимал фильм «Сладкая жизнь» и «Сатирикон Феллини». В общем, тяжелая жизнь у этой киностудии. Но жизнь продолжается, киностудия держится на плаву как может. Вот сейчас еще и экскурсиями зарабатывает. Когда мы были на экскурсии, шли работы над новыми декорациями. А значит, будут снимать новый фильм. Территория киностудии очень большая, несмотря на то, что она вполовину урезана. Здесь очень много крытых съемочных павильонов, а также павильоны костюмеров, монтажные студии, реквизитные цеха и большой киноархив. Не один год на киностудии Чина-Чита снимают реалити-шоу «Большой брат». Проводят разнообразные экскурсии, приоткрывают занавес к тайнам киноиндустрии. Для создания этой декорации приглашали 40 художников, чтобы передать структуру камня. На территории киностудии Чина-Чита по сегодняшний день было снято более 3000 фильмов. Из них 90 получили номинацию на «Оскар», а 47 из них выиграли. И опять показывают нам фотографии сцен, которые были сняты здесь. Повторяю, что все стены внутри пустые, декорации сделаны из полистирола. Diciamo che il problema della vetroresina è che, a parte diciamo, abilità,
Зеленый фон тоже используется при съемках в фильмах. Потом в видеоредакторе его можно удалить и добавить нужную вам картинку, например, Альпы. Киностудию от жилых домов отделяет забор и дорога. А это, посмотрите, дом Мазанка. Папарацци, описывающий человек, который снимал сцены из личной жизни людей без их ведома, вошло в обиход из фильма «Ла Дольче Вита» Феллини, который познакомил нас с фотографом по имени Папарацци. Съемки фильма проходили здесь, в студии Чиночитта. Прототипом Папарацци был известный итальянский фотограф и друг Феллини. Очень часто на территории знаменитой киностудии Чиночитта вечером после 7 часов проводят конференции и фуршеты. На центральной площади, где мы были с вами в начале видео, с подсвеченными декорациями подают напитки и закуски. А еще итальянцы любят здесь проводить свадьбы. Кстати, и не только итальянцы. Помню, кто-то из русских решил арендовать эту центральную площадь для проведения своей свадьбы. А также были приглашены и люди для массовки, которые были одеты в костюмы того времени. Праздник был с большим размахом и роскошным праздничным столом. Все как настоящее. Если вы любите фильмы Феллини, хотите посмотреть, где снимался фильм «Банды Нью-Йорка», где провели полжизни Мастрояни, Лола Бриджитта, Софи Лорен и многие другие, купите билет на метро и доедьте до станции метро линии А Чиночитта, где находится эта старейшая студия Италии, основанная Муссолини. Один час экскурсии с гидом прошел. И сейчас мы самостоятельно изучаем павильон, где можно посмотреть отрывки из старых фильмов, увидеть поближе декорации, костюмы, камеры, которыми снимали фильмы. Знаменитая итальянская веспа. Thank you.
Ковбойский бар. А здесь можно присесть и посмотреть фильм. И здесь есть комната с зеленым фоном. Можно сфотографироваться, а потом заменить фон. Такое чувство, что ты находишься в настоящей подводной лодке. Этот фильм как раз и снимали здесь. Я познакомилась с павильоном и всеми его секретами и решила еще немного задержаться на территории киностудии. Макет киностудии Чиночита. По этой красной дорожке уже иду к выходу. Закончилась сиеста, и эта экскурсия уже после нас. Посмотрите, сколько народу.
На территории киностудии есть также и детская площадка. Посмотрите, какая симпатичная. А сейчас я иду в торговый центр. Его построили на бывшей территории киностудии. Уже вовсю в магазинах продают украшения и костюмы к празднику Хэллоуин. Милые украшения для дома. Огромное количество ароматизаторов для дома. Посмотрите, вот эта вся территория раньше принадлежала киностудии Чиночита, а сейчас на ней стоит торговый центр. Вон там, где деревья сейчас, начинается киностудия. А вот так выглядит внутри торговый центр Чиночита Дуэ. А я на этом буду прощаться с вами. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и делитесь им с друзьями. До новых видео, друзья!